Всем привет, с вами Свобода Евро, и сегодня я расскажу вам, как получить бесплатно премиумный линкор второго уровня в новой игре World of Warships Blitz. Собственно, проходим в раздел новости в самой игре и смотрим вот на вот эту вот новость «Победа в Blitz», где за выполнение 40 побед вам дадут Микаса, премиум линкор второго уровня. Получить награду каждого из уровней можно только один раз. Призы могут быть выкуплены только во время проведения мероприятия. Сама акция будет с 17 января по 22 января. Собственно, побеждаем в бою, нажимаем вот на эту кнопочку «Получить» каждый раз, когда вы доходите до какой-то степени, где можете забрать награду. Тут и дублоны можно получить. Ну и после 40 побед вы получите вот такой вот премиумный линкор второго уровня Микаса. Достаточно интересный линкор. Как вы видите, он японский. На нем очень много дополнительных мелких орудий, а также есть два главных калибра спереди и сзади корабля. Я думаю, что за этот кораблик можно все-таки побороться. Ну, на этом у меня все. Я думаю, всем все понятно. Выполняйте боевую задачу и получайте на халяву вот такие вот плюшечки, вот такие вот корабли. Те, кто еще не скачал игру, проходите по ссылкам в описании. И до встречи!